чтобы занялся, я не знаю. Нет, он бросает, вернее, начинает все, потом бросает, начинает и бросает. Ты меня слышишь? Я к кому обращаюсь вообще? Максим, я к кому обращаюсь? Нет, ну это не Максиму. Кирилл! Кирилл, ну поговори с ним! Собирайся, поедем. Ты меня слышишь? Собирайся. Зачем? Жду тебя в машине. Может, поможешь? Как ты собираешься прожить? Как? Вот так, ничего не делай. Ой, давай не будем начинать, я даже знаю, что ты дальше скажешь. Тебе надо найти себя в жизни, думать о будущем. И если ты это все знаешь, то почему ничего не делаешь? Да отстаньте вы от меня, вы что, не понимаете? Я сам могу себе помочь, не надо ко мне лезть. Вы делаете только хуже. Опять начинается. Блин. Нифига себе. О. Петров, я золотая рыбка. Не видно, что ли? Как так? А вот так. Прикрыла исполнить три твоих желания. Только давай по-быстрому, у меня там еще клиентов в море. Любых? Что ты так маленький? Не плыть мне, что ли? О, желание? Что бы такое? Может быть, чтобы в вуз хороший поступить? Нет, 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 нет. Чтобы хорошие оценки? Может быть, чтобы статистику хорошую написали? Нет, нет, нет. Может, телефон? Мелковато. Может, самолет лично? Да, да, самолет. Вот это будет самое лучшее, самое то. Так, все, стоп. Придется опять все делать самой. Покажу-ка я тебе твою жизнь через 10 лет. Только если ты не будешь лениться. Ты че? Ты будешь работать программистом в успешной компании. Ты сможешь обеспечить себя и своих родителей. У тебя будет свой собственный большой кабинет и даже личный самолет. Будешь? О, упустил. Начало страшно, потом все пойдет. Спасибо. Знаешь, пап? Знаю. Знаю. Хочешь тебе еще попросить? Хочу. Ванильное? Ванильное. Так вкусно и не вилили. Петров старший. Ha ha ha.